Вера Тимофеевна – ветеран труда. Всю жизнь работала и мечтала о благах от государства на заслуженной пенсии. Много женщине не нужно, а вот бесплатное протезирование зубов хотелось бы. На очередь пенсионерка встала в 2013-м. С тех пор существенно не продвинулась. Ее место в листе ожидания под номером 3900. Москва перевела все социальные льготы по зубопротезированию на регионы, на регион. Почему так мало выделяется денег? Почему нет денег? Все, стоим на одном месте. Я встала на очередь в 2013 году. Проблема для региона очень актуальная. Только в областном центре на очереди 8 тысяч человек. По закону бесплатно вставить зубы имеют право ветераны труда страны и региона, труженики тыла и репрессированные лица. Причем получить услугу можно неограниченное количество раз. Сумма не оговорена. Возмещение идет в полном объеме по факту выполненных работ. Протезировать зубы пенсионеры могут там, где решат сами, тоже без ограничений. Поэтому, рассказывают в соцзащите, многие встают на очередь снова и снова. Стоимость услуг по зубопротезированию у каждого гражданина определяется индивидуально. Для каждого гражданина она разная. И поскольку возмещается 100%, то, конечно, вот все эти факторы и влияют на очередность, поэтому гражданам следует подождать своей очереди. Финансирование предусматривается в областном бюджете ежегодно. Очередь общая, и все в ней на равных правах. В соцзащите также отмечают, право на бесплатное протезирование – великое благо. В ЦФО такое есть только в 4 регионах. Это сколько мне можно ждать? А делают сейчас, протезируют 12-й год. Только 12-й год. Так сколько времени ждать? Где деньги? Почему наш регион не выделяет на это протезирование? Мы заслужили. Мы ветераны федерального значения. Так примите меры, пожалуйста, выделяйте деньги. Статья расходов областная и федеральная никогда не была. В 2020 году выделят 19 миллионов рублей. Их хватит примерно на 1000 человек. Мария Смирнова, Михаил Кенгуров, Антон Осипов, РТВ Иваново.